сказка со страшным концом. Молодая, горячая, кукуруза. Мы в Ялте, друзья. Но прежде чем рассказать об этом городе, должна уделить внимание обстановке в аэропорту или на железнодорожном вокзале. А уж на Ялте Газпромискурсимизм. Готовьтесь отразить атаку частных и, как кажется, не особо легальных таксистов. Обычно людей перехватывают, когда они еще не успели дойти до касс общественного транспорта. Одни предлагальщики просто объявляют, другие чуть ли не хватают за руки. В сентябре 2015 года из аэропорта в Ялту готовы были отвезти всего лишь за 800 рублей с человека. Но для нашей семьи это далеко не всего лишь, поэтому мы поехали на автобусе за 135 рублей, плюс 15 рублей отдали за багаж. Автобусы ходят часто. Парк сейчас, видимо, обновляется, но тут как повезет. Нам достался транспорт, повидавший жизнь. Ехали часа 2,5. Водитель останавливался на каждом углу, подбирал людей и вне остановок. Даже один раз сдавал назад, заметив потенциальных пассажиров. Обстановка в салоне тоже была своеобразной. Кто-то грыз семечки, кто-то на весь автобус орал обвинения в некультурном поведении тем, кто с семечками. Справедливости ради добавлю, когда мы уже возвращались в аэропорт, все было по-человечески. Ну, видимо, тут не повезло. В общем, это надо пережить и быстро забыть. Ура! Мы в Ялте! Ну что, кроме солнца, Ялта встретила нас еще и оркестром. Мне нравится этот город. Мы попали в Ялту в Республиканский день благотворительности и милосердия. «Белый цветок» – так называется акция, которая была традиционной и популярной в начале 20 века. В императорской России она впервые прошла в 1911 году по инициативе Николая II. Сейчас благородные дни цветков возрождают. Они проходят в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Курске, Воронеже, Казани, Белгороде. В Ялте это был яркий праздник с благотворительной ярмаркой, где выпечку продавали всего по 5 рублей. А еще на набережной играли хорошую музыку и бесконечно танцевали. Ощущение, как будто ты оказался в старом советском кино про курорт. Играет оркестр, ходят нарядные люди в костюмах 20 века, начала 20 века. И, конечно, набережная, набережная Ялты, между прочим. Мы приехали на 2 дня после отдыха в Семейзе. На пляж не спешили. Дело было к вечеру, и хотелось просто насладиться этой прекрасной атмосферой на набережной. Там оживленно, там весело, но вместе с тем спокойно, радостные люди. Кто-то играет в домино или шашки прямо у кромки воды. Кажется, жизнь замерла в каком-то кадре из очень светлого, доброго фильма. Не было навязчивых предлагателей из серии «Идите туда», «Купите билет сюда» и тому подобное. Все экскурсии продают в специальных киосках, за туристами никто не бегает. Очень все цивилизованно и красиво. Плюс чисто, много урн. Там даже моют тротуары. Кстати, обратите внимание, какая плиточка. Ну а мы познакомимся с одной из достопримечательностей набережной ближе. Всегда было интересно знать, что же на борту вот того корабля. Ну, то, что там ресторан, я знаю, а вот какой ресторан и с какими блюдами, сейчас посмотрим. Особого исторического значения этот корабль не имеет. Такой вот ресторан в форме древнегреческой ладьи. Но не просто так, именно древнегреческой. По легенде, Ялта основана греческими мореплавателями, а название города связано со словом «ялос», то есть «берег». Его-то мы и будем созерцать, устроившись на корме.
еще пока не знаю, как здесь готовят, но кресло здесь очень удобное. Здесь можно просто лечь и смотреть на море. Берега доносятся все те же добрые советские мелодии. У Черного моря. Ну, певица из меня та еще, так что без продолжения. Кто-то, наверное, покупает вот такие рыбы в качестве сувенира, засушенные. А я сейчас ее съем, потому что это черноморский мёрш. Конечно, соответствующее расположению ресторана, но мне кажется, сюда имеет смысл даже прийти, чтобы выпить просто чашечку чая или кофе и посмотреть на Ялту с этой точки. Мы здесь встретили закат, и Ялта погрузилась в ночь. Это было очень красиво. Хочется оставить в памяти, запечатлеть эту картину, которую наблюдали здесь. Не так, как это будет на фотографиях, а так, как ты это видишь. Это все равно как-то по-другому, по-своему. Тем временем на набережной жизнь просто кипела. Это 27 сентября и столько людей. Думаю, все-таки не местные, а туристы. Мне кажется, движение здесь вечером стало еще больше, чем было днем. Какие-то концерты, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то играет, кто-то изображает статуи, кто-то продает цветы. Чего тут только нет, вообще покруче, чем на Арбате. Перед этой энергетикой всеобщего веселья и хорошего настроения не могли устоять даже животные. Вот пес решил подпевать музыканту. Парочка собрала немало зрителей. Как спелись-то, а? Хотя дуэту всего несколько минут. Люди в толпе рассказали, собака бродячая, по вечерам приходит на набережную и часто подпевает разным музыкантам. Мухтар уже местная знаменитость. Ялта очень красивый город, она утопает в зелени, она похожа на какой-то один сплошной ботанический сад. Здесь растут такие деревья, которые встречаются действительно только в специальных оранжереях. Здесь они просто на улицах, они окружают всех туристов, всех гуляющих здесь. В Ялте многие бывают одним днем, просто погулять. Отдыхают в небольших поселках, где потише и можно жилье снять ближе к морю за более приемлемые деньги. А сюда приезжают как на экскурсию или соскучившись по городской жизни. Потрясающе красиво. Все такое зеленое, белое, такое сочетание. Это просто вот... Это цвета курорта, это цвета праздника, это цвета хорошего настроения. 2 дня вроде бы и немало, но на пляж мы попали буквально уже перед отъездом. Об этом позже. А пока решили себе устроить самостоятельную экскурсию в Ливадийский дворец. Из Ялты в Ливадию можно добраться на маршрутке, а можно и на пароходе. Ну, мы же все-таки на море, конечно, на пароходе. А мы в Ливадии. Можно было взять экскурсию, но самим же интереснее, даже когда не знаешь, куда идти. Что мы дворец не найдем в Ливадии? Билеты на пароход купили в кассе на набережной. Этот общественный транспорт ходит по расписанию и несколько раз в день. Какой же красивой была дорога! Отличная погода! Облака будто улеглись на горы, а небо над морем синее-синее. Зеленые холмы, белоснежные отели – просто потрясающе! Даже жаль, что Ливадия так близко к Ялте. Очень быстро добрались, наверное, минут 15. И где дворец? Вижу только лестницу и холм.
Да, путь от причала ко дворцу не такой уж и простой. Оказывается, Романовы построили себе дворец не на берегу, а где-то в горах. Нам вот все уже третий человек спрашиваем, говорят, вам все время вверх, вверх, вверх. И с такой удивленной интонацией. Вы пешком? Ну да, пешком. Попробуем, по крайней мере. Такой весь беленький, а вокруг парк. Ну, сказка же. Все такое милое и изящное. Скамеечки, как я люблю. Вход во дворец по расписанию и в сопровождении экскурсовода. Рассказ можно и не слушать, но билет от этого дешевле не станет. Гулять по залам в свободном порядке не позволялось, только с группой. Встречают посетителей Сталин, Рузвельт и Черчилль. Именно здесь происходила знаменитая Ялтинская конференция. Руководители союзных держав решали, каким будет мир после войны. И все вместе чертили новые границы в Европе. Сотрудница музея очень интересно рассказывала обо всех тех событиях. Я заслушалась. И в очередной раз подумала, если бы мы лучше знали историю, то сейчас бы меньше было глупых рассуждений о политике. А то эксперты все, кому не лень, как бабушки на лавочке, честное слово. Ну что ж, Белый дворец построили для Николая II в 1911 году. В то время дом будущего, по последнему слову, техники. Здесь, в Ливадийском дворце, находится один из первых электрических лифтов в России. Ему уже 104 года и до сих пор в рабочем состоянии, но мы спускаемся по лестнице. А какие виды из окон? Ну это же просто мечта и сказка. Как все понимают, своим дворцом императорская семья пользовалась недолго. В советские годы здесь был санаторий, а сейчас музей. Очень красивый дворец, здесь все такие светлые комнаты, очень много светлых комнат, что необычно для каких-то таких замков или дворцов. И здесь нет какого-то избытка золотых элементов, которые иногда встречаются в царских дворцах, даже не иногда, а часто. Я обычно никогда ничего не рекомендую и всегда подчеркиваю, что лишь делюсь своими впечатлениями. Они, конечно, ни на что не претендуют, но в этом случае готова посоветовать посетить Ливадийский дворец. Очень интересное и красивое место. Как бы там ни было юридически, я его почувствовала больше не как музей, а именно как дворец. Мне показалось, что он сохранил какой-то особый дух своего времени и связанных с ним событий. Особенно уютно показалось на втором этаже, где экспозиция посвящена императорской семье. Ливадийский дворец, наверное, один из самых красивых дворцов, которые я видела. Здесь все так, как я люблю. Белый цвет, ничего лишнего, все очень изящно, утонченно, без всякого излишества. Плюс он находится в таком прекрасном месте, из каждого окошка видно море, и он окружен прекрасным садом. Вот настолько он вплетен в как-то в природу. В этом музее еще какой-то особенный воздух. Он не такой, как обычно бывает в музеях. Здесь, в этом дворце, чувствуется запах моря, свежий воздух. Эх, пожить бы денек в такой красоте. Но надо вернуться к реальности. И самое время рассказать, где жили мы. Гостиница «Три дельфина», центр города. До набережной минут 15, но это если запомнить дорогу. Для меня она оказалась сложной. Без мужа я бы, наверное, плутала дольше. Вот такой у нас вид с балкона. Море кажется далеко, но это обманчиво. Расстояние где-то 750 метров. В номере есть все необходимое. Шкаф, холодильник, стаканы, компактная, но чистенькая ванная комната. Работа и вытяжка – это плюс. Уборка в номерах раз в 5 дней, но мы ее не застали, так как жили всего 2. При этом мусор вроде бы выносили.
трех дельфинах нет круглосуточного ресепшена. Эта гостиница находится на частной территории, и там все как-то так по-свойски, по-домашнему. В данном случае я говорю об этом как о плюсе. Ответственные за туристов всегда на телефоне. Ключ от ворот нам дали, и никто никого не смущал. В распоряжении отдыхающих была каминная, кухня, бильярд, бассейн, терраса. Приезжай с семьей и живи хоть целый месяц. Вот здесь у нас такая терраса с большим столом. Есть мангал. Можно пожарить шашлык вечером. Думаю, что некоторые это делают. И отсюда у нас открывается вид на город, на море и на горы. Здесь есть кухня довольно большая, все, что нужно для того, чтобы приготовить завтрак или обед, есть. Есть холодильник, плита, мойка. Что здесь еще есть? Здесь есть огромный большой стол. Я думаю, что не у каждого дома есть такая кухня. А еще утюжок тоже пригодится. В общем, тут ощущение такое, что как будто бы ты живешь в каком-то доме. Может быть, приехал кому-то в гости. Чья-то еда. Ну, вот так выглядит плита после общего использования. А еще здесь есть каминная и тоже большой стол, кожаный диван. Такая релакс-атмосфера. Обстановка неплохая, уютно. Учитывая, что в гостинице всего 11 номеров, думаю, даже при полном заселении всем хватило бы места для комфортного отдыха. Изображая карту, скульптор, видимо, придерживался не географической какой-то точности, но, видимо, других принципов. А еще в этом доме, в который мы приехали как бы в гости, есть бассейн. Когда я смотрела фотографии в описании к этому отелю, он показался достаточно маленьким, но, в принципе, довольно большой и весьма глубокий, судя по тому, что мы видим на дне. Водичка комнатной температуры, и для всех постояльцев этого отеля бассейн – бесплатное приложение к отдыху. У меня отпуск, готовить я не хочу, купаться в бассейне там, где есть море, тоже смысла не вижу, а вот бильярдом можно воспользоваться, и он тоже бесплатен для тех, кто живет в этом отеле. Правда, я не умею играть. А вот с бильярдом не рассчитали. Стол вроде бы нормальный, но комната маловата. В некоторых позициях кий то и дело упирался в стену. Стены немножко не по формату стола. Но когда бил муж, мне это было только на руку. Как еще победить, если играешь в первый раз? Мой муж меня уже почти сделал. Но у меня еще есть шанс. Думала, что не буду купаться в Ялте. Мол, какая там вода? Город, порт недалеко. Не знаю, насколько она чистая, но прозрачная точно. Легко можно было рассмотреть всех обитателей глубин возле набережной. И я купалась. Пляж оборудован, конечно, куда лучше, чем в небольших поселках. Тут и камеры хранения, и переодевалки приличные с душем, катамаранчики новенькие. Жаль, только у нас времени не оставалось, чтобы их испытать в море. Приморский пляж практически в двух шагах от набережной. Там есть открытая зона со свободным входом и платный участок. Галька очень мелкая, почти как песочек. Все-таки не зря этот курорт стал самым популярным в Крыму. 29 сентября на Приморском пляже в Ялте, как видно, народу достаточно много. Мне понравилось в Ялте. Она такая, в хорошем настроении, радостная и веселая. В самом конце сентября город не замер и дышал полной грудью. Не знаю, сколько людей там летом, но мне показалось, много отдыхающих было и осенью. Куча кафешек и ресторанов на самый разный вкус и кошелек. Черноморские креветочки похожи на блошек. Для бюджетного путешествия тоже есть варианты, неплохие столовые.
я обратила внимание, весьма много объявлений о вакансиях поваров и официантов. Мне кажется, это значит, что ресторанный бизнес не в упадке, а наоборот развивается. Может быть, следующим летом поехать подработать? А мы не спешим покидать полуостров и отправляемся в знаменитый Севастополь. Добраться туда из Ялты вообще не проблема. Автобусы ходят чаще, чем маршрутки в некоторых городах. Несколько десятков рейсов в день. Открыты и другие направления. Например, можно уехать в Киев, Харьков, Днепропетровск, в Новороссийск или Ставрополь. Перечислять можно долго. Ну а Ялте говорим пока и спасибо за прекрасную погоду и отличное настроение.